Right to Life presents. Удочерённая собака, которая с трудом приспосабливалась к своему новому дому, пережила пугающий момент в жизни, когда оказалась в ловушке посреди замерзшей реки. Трехлетняя лабрадудель по имени Люси была взята в семью после долгого пребывания в приюте, но, похоже, ее озорной и свободный дух заставил ее сбежать. Люси сбежала из дома и начала исследовать район, в котором она живет, расположенный к северо-востоку от реки Детройт. В этот момент большой водоем замерз, и собака начала играть, пока холодная конструкция не сломалась. Люси оказалась в реке, испуганная и очень замерзшая. Точно неизвестно, сколько времени она находилась на льдине, но, к счастью, соседка увидела ее издалека и сразу же вызвала экстренные службы. Городские пожарные немедленно отреагировали на вызов и выехали на место происшествия, чтобы спасти собаку. Участок льда, по которому плыла собака, находился более чем в 15 метрах от берега, и береговой охране США также пришлось вмешаться, так как они были наиболее подготовленной командой к таким чрезвычайным ситуациям. Герой Деррёка Заппарди был тем, кто осуществил спасение, подойдя как можно ближе к собаке и используя что-то вроде палки, чтобы удержать ее и доставить в безопасное место. Несмотря на защитный костюм, этот человек также подвергался риску падения в ледяную воду. Дрожа от холода и ужаса, собака не совсем понимала, что происходит, но, похоже, решила довериться подошедшему к ней человеку. Выбравшись из реки, Люси завернули в одеяло и осмотрели у ветеринара. В этот момент сосед, сообщивший о беде животного, узнал, что Люси – собака их соседей, и помог связаться с семьей. Благодаря командной работе этой собаки удалось вернуться домой живой и невредимой. Хотя она избежала из дома, в тот момент не было никого, кто мог защитить бы ее лучше, чем ее новая семья. К счастью, после этого холодного эпизода пушистый усвоил урок и теперь стал менее озорным. Всем, кто делает эти истории возможными, большое спасибо. Каждое животное в опасности заслуживает нашей помощи. Пожалуйста, не оставляйте их одних. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.